Ребят, всем привет! Завтра понедельник, а это значит, что сегодня я просто обязана показать вам 4 варианта сытных перекусов с собой на работу. Кстати, они очень важны для тех, кто худеет и следит за фигурой, и в конце видео я расскажу почему. Я использую вот такой фитнес-хлеб, он ржаной, на натуральной закваске, поэтому это меня очень подкупает. Обычно покупаю такой творожный сыр. Нескольких рецептов бутеров будет авокадо, поэтому я его размяла, добавила перец, соль и немножечко лимонного сока. Ржаной хлеб, смазываем его сливочным сыром, добавляем авокадо и далее я добавляю куриное мясо, обычно я его запекаю. Много красного перца, но это на любителей, я, например, очень. На ржаной хлеб выкладываем авокадо, добавляем помидорку, сверху сыр моцарелла, присыпаем базиликом. Ржаной хлеб, сливочный сыр, огурец. И добавляем красную рыбку, любую рыбку я люблю вообще очень сильно, поэтому я добавляю ее много. Ржаной хлеб, авокадо. Помидорка, сваренное вкрутую яйцо. Всыпаю все это дело базиликом. А теперь про перекусы. Все мы очень сильно любим посидеть с коллегами, попить чаечку, кофеечку с конфетками и печеньками. И тут наша самая главная ошибка, потому что как только сладкое попадает в наш организм, особенно на голодный желудок, происходит огромнейший выброс инсулина, который потом в виде подкожного жира откладывается тут, везде, где нам не нужно. Поэтому запомните самое важное правило перекусов. Это они должны быть сытные, они должны быть правильные. Если вам тяжело готовить бутеры, возьмите с собой фрукты или орешки нежаренные.